Принят закон, фракция ЛДПР также его поддержит, связанный с запретом использования различных звукоусиливающих средств на фасадах зданий для того, чтобы организовывать рекламу. Мы считаем, что надо запрещать еще и те, кто ходит с мегафонами, с звукоусиливающим оборудованием и мучить наших граждан, когда под окнами вставляют флешку в звукоиздающее устройство, и мы слышим, как непрерывно происходят рекламные сообщения, что, конечно, будоражит наших граждан. Мы соответствующий проект закона также внесли, но то, что сегодня предложено Государственной Думе, фракция ЛДПР поддержит.